Всем большой-большой привет. Мы продолжаем прохождение такой замечательнейшей игрушки, как Ори и Слепой лес. Мы продолжаем проходить. И знаете что? Я догадался без записи. Буквально минуты за две, что нужно делать. Блин. Ну, не обращайте внимания, это проклятие записи. То есть я немного постоял. Блин, все-таки... Сейф у меня был вверху уже. Как я запрыгнул? Я сейчас объясню, как я запрыгнул. И покажу. В общем, я постоял и подумал. Видите, да, потоки ветра. То есть, куда они дуют? Они дуют влево, вправо, вверх, вниз. Если я прыгаю, у меня магнитит сюда. То, соответственно, если я прыгну отсюда. У меня должно примагнитить. Блин. Ну ладно. Немножко не получилось, бывает. Сейчас еще раз попробуем. Мне должно примагнитить сюда. Потом я думаю, а что дальше? Вверху какая-то хрень еще стоит. Я думаю, ну если я прыгну отсюда. Так, тихо, погодите, подходим. Прыгаем. Нет. Может быть, да. А может быть и нет. В общем, если я прыгну отсюда. Блин, сейчас. Секунду. У меня примагнитит куда-нибудь сюда. Блин, я отпускаю. И, короче, я запрыгнул вот туда. Нажмите РТ, чтобы поднять предмет. Нафиг мне РТ нажимать. Я открою карту сначала. Жесть. Еще две руны, да? Окей. Вот, ну я там, короче, засейвился, как нужно. И так далее. Внизу сначала. Не-не-не. Не-не-не-не-не-не-не. Так. Да берешь ты уже эту штуку. И запрыгивай ты сюда. Оба! Красотень, да? Ну реально красотень, а? Вот так вот! Что самое? Я не знаю... Самое, блин, глупое из всего этого, блин, я на в прошлой серии полчаса мучился. А без записи я реально не смотрел никаких прохождений, ни у кого ничего не спрашивал. Я вот просто, ну, серия она выйдет попозже чуть-чуть. Но вот эта серия, если брать хронологически, она идет буквально через 20, я немножко отдохнул. Прошлый. И действительно, 2-3 минуты я просто посидел, подумал без записи, и все. Это какой-то ужас. Просто ужас. Не знаю. Действительно, какое-то проклятие, видимо. Да что я делаю-то, ёперный ты бабай. В общем, когда я что-то записываю, у меня отрубается напрочь логическое мышление, видимо. Где нужно не то, что делать, то, что ты знаешь, а где нужно что-то новое думать и делать. Вот. И когда оно отрубается, к сожалению, я делаю такую хрень, которую я сам не могу объяснить. Не то, что там... Рассказать, почему я ее делаю. Я для себя не могу объяснить, почему я делаю. Вот. Ну и с магнитами это было, ну, на мой взгляд, логично очень. Потом вот, после того, как я перестал рейджить. А без записи посидел. Чуть-чуть подумал. Ёперный стоит. Может тут сдохнем нахрен. Не, ну реально сдохну. Фью!
Ну, блин, это сложно. Это сложно. Вопросов нет. Но я хотя бы понимаю, что нужно делать. Потому что до этого я баран на новые ворота смотрел. Меня поразила просто быстрота. Блин. Быстрота догадки, что нужно делать. Когда мы без записи включил. Я думаю, сейчас буду 2 часа мучиться. Не получится. Пойду где-нибудь искать прохождение, смотреть, как надо проходить момент. Или буду ждать, пока в комментариях напишут, что нужно сделать. И самое главное, очень, блин, стыдно за то, что я не догадался сразу в прошлой серии. Ну, действительно. Более логичного объяснения этим кубам, блин, энергетическим магнитом, называйте как хотите. Тем более, я же прыгал от одного к другому, то есть как бы прилипая, магнитесь. Нам показывали до этого 3 раза, как нужно делать. Грубо говоря, блин. И один хрен, и я такую хрень створил. Стыдно, однако. Ай-яй-яй! Все-таки вот управленница меня смущает малость. Сейчас я иду влево, да, но на самом деле я иду как бы вправо, но я иду сверху, поэтому мне надо нажать влево. Ну и так далее. И т.д. и т.п. Теперь, пожалуй, уж по привычке вот как-нибудь так сделаю все. А не буду магнититься к потолку. Уж извините. Можно засейвиться вполне. Можно прыгнуть и тут на самом деле, да? Так влево, это вправо. А не, не, нельзя с этой стороны шпрыгать, это сюда же отнесет. Ёшкин кот. Да куда же мне пропадает все логическое мышление-то? Давайте сосредоточимся. Посмотрим на красоты, расслабимся. Начнем уничтожать сгустки, блин, снежных. О, мне в тихо, блин, отпусти! Он все-таки сдох. Ну, почти сдох, там мы потеряли всю жизнь. Ой, не-не-не, тихо. Тихо. Блин. Ну, бывает, сорвался. Скользко. Скользко, а Ури маленький, бедный, блин. Чё вы придираетесь? Не-не-не-не-не-не, отпусти! Что же мне творится-то, блин, я не понимаю этого. То, что мы сделали до этого, было, ну, не особо-то и легче, там, прыжки все эти. От воды убегали, то есть тоже было довольно-таки сложно. Относительно, конечно, может быть, не так сложно, как это, для меня, да? Было понятнее более в плоскостях, куда как идти, куда цепляться, как бежать. Но в сумме мы делали сложные вещи уже. И не сдыхали на них так глупо часто. Все-таки. Причем я бы сказал глупо. Часто может быть, но...
Просто орать в голос хочется долго и громко, потому что даже прошлую серию пересматривается. Ну, я иногда пересматриваю какие-то моменты глупые, смеюсь над собой. Тут я даже и пересматривать боюсь прошлую-то, а этот, блин, тоже, видимо, боюсь. Буду бояться, вернее, пересматривать, потому что такие тупости я сейчас творю. Такие тупости. Так, это у нас вот, это у нас влево, это у нас вправо. Вправо вверх, влево вниз. Не-не-не-не-не-не, сдохнем же, ёперный бабай, сдохнем же, понятно было, идиот. Идиот он, ой, идиот он. Цепанулся, блин, ну, немножко подожди, не спеши, когда зацепился. Куда ты, блин, спешишь? Сохранись, не знаю, там. Наверное, на этой штуке сохраняться нельзя. Ну, я так предполагаю. Ай, пипец. Почему я вправо не нажал? Потому что идиот. Когда летишь, можно изменять свой полет нажатием вправо и влево, блин. Ну я никак не могу, блин, за 3 часа или сколько я, блин, эту хрень прохожу. Именно. Понять, что... Понять, что вверх-вниз тут не работает, а работает вправо-влево, когда ты летишь. Это, конечно, очень сложно понять. Этого нужно быть минимум там чемпионом хардкор инди-игр и так далее. Не знаю, у меня нет слов. У меня нету никаких слов. Эти последние две серии могут понравиться просто только тем, кто любит, наверное, когда люди, которые проходят, тупят, страдают хренью и так далее. Да блин! Вправо идти надо. Да никуда ты, бляха, муха. Не-не-не-не-не, право! Ра-ра-ра, и все. Ой, ладно, сейчас я буду произносить какие-нибудь нечленораздельные звуки. Вой, лай и так далее. Покажется просто. Наконец-таки, блин, да? Чудеса! Давайте сделаем так. Не-не-не-не-не-не-не. Что я творю, а? Надо быть идиотом-то таким уж совсем. Нет!
Нужно сделать то же самое. Ну, ладно, окей. Ёперный стрит. Жопа какая-то творится. Сейчас нас убьют. Ну, логично. Можно и тут сохраниться, в принципе, или нельзя? А что, нельзя тут сохраниться, да? Вот, это тоже другой вопрос. Ай-яй-яй-яй, сглупил. Так, раз. Так, надо еще понаблюдать, как она действует. Так, сюда она идет. Потом уходит назад. То есть мы можем прыгнуть сюда. Потом прыгнуть. Понятно, откуда надо прыгать. Да. Ну тут уже ничего не сделаю. Я постоянно путаю направление. Блин. Сейчас. Направление полета, откуда нужно прыгать, чтобы магнитило туда, куда нам нужно. Вот в чем беда самая главная. Прыгать нужно вот отсюда. Ну не так. Ой, ладно. Ну, кажется, это классная игрушка. Для кого-то она не очень сложная. Для меня она пипец сложная. Тихо, не магниться! Лучше. Ёшкин корень. Ёшкин корень, а? Куда нам? А где еще карта? Или мы собрали? А, все, мы 4 собрали. Ой, жесть. Нет. А, хотя можно, наверное, и тут спуститься было бы, да? По идее. Но я не хочу там спускаться. То есть я хочу сдохнуть, да? Чтобы обследовать территорию там. Какие там есть территории. А что там вообще есть? Там, наверное, ничего и нет. Но мы это проверим, узнаем. Сейчас мы сдохнем, погодите. Начнем с сохранения. Жалко, нет кнопки быстрой загрузки какой-то. Хотя, может быть, она и есть. Это я просто не знаю, что ее... Что она есть, и думаю, что ее нету. На самом деле, она есть. И многие используют и так далее, но... Давайте нубасу. Нет. Куда ты спешишь? За тобой кто гонится, что ли? Что за бред? Ну куда я спешу, я могу, конечно, ответить. И в плане того, что гонится что-то или не гонится. Хочется посмотреть, что будет дальше. Игра так завлекает, что... С одной стороны, ты не хочешь спешить ее проходить как-то быстро, очень прям. Но с другой стороны, хочется постоянно посмотреть, что будет дальше. Потому что игра не устает, блин, радовать, увлекает,
Постоянно что-то новенькое, что-то интересное. Ага, там всего лишь дух. Ну, как сказать, всего лишь. На самом деле нифига не всего лишь. Я все понял, как нужно тут сделать. Сейчас все будет. Так, эта хрень используется. Мы потом делаем раз, делай два. Делай три. Опыт получи. Хрень эту забери. Прыгаем. Досадно. Ну досадно, реально, глупо и досадно. Очень глупо и очень досадно. Не, нет, да блин. Вот сначала делаешь, как последний дурак, а потом думаешь. Надо сначала же думать, а потом делать. Логично и правильно. Дорога 5, куда я сейчас поспешил? Я не знаю, я буду брать обязательно. Я буду брать обязательно эту штуку. Но мне опыт лишний помешает, потому что как минимум. Блин! Ужас какой-то. Тем более взять ее намного легче, чем мы только что делали. Да. Нет, 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 нет. Зачем я это делаю? Зачем я, блин, просто беру и подставляюсь? Смешно. Мне очень смешно. Да уж. Мы сдохли. Мы просто взяли и сдохли, блин, на паукане. На паукане сдохли, жесть. Позор. Просто позор. Че его поднимать? Ну, поднимаю, ладно. Он так не, сюда не зайдет, если его не поднять. О, старый наш знакомый, или ты еще другой такой же? Друг, ты куда? Ты же там сдохнешь, не ходи! Блин, не ходи, друг. Ты что? Тебе нельзя сюда идти. Я так и думал, что он сюда положит. Как алтарь такая штука. Да ездишь. Блин, красиво как, а? Это святилище должно было быть их источником энергии. А теперь посмотри на него. Посмотри, что оно сделало. А, теперь он не умрет. Теперь он сможет по этим штукам ходить. Да, братень? Сможешь? Хотелось бы, чтобы ты смог. Так, ничего нету. Я подумал, там может быть что-то будет. В стене нет. Классно, теперь я могу ходить без магнита. А, да ежишь. Всегда об этом мечтал. Угу. Интересно, знает ли Гума, что с ними случилось? Надеюсь, он простит нас за то, что мы живы, а их больше нет.
Ой, чую, не простит. Ёперный стыд. Это с виду кажется, что прям сверх-сверх сложно. Но на самом деле это сложно, но не сверх. Кстати, он может действительно нас не простить за то, что смотрите, что с ними произошло-то. Легко может не простить. Сколько у нас секунд есть? Пока эта хрень уходит сюда. Не-не-не-не-не, блин. Не-не-не-не-не-не. Нет. Нужно ждать, пока вот эта штука уйдет сюда. Под. И потом прыгать вот сюда. Да-да-да-да-да-да. Потом думать, что делать дальше уже. Не-не. Не-не-не, сюда. Так, нам туда, но мы пока выше поднимемся, возможно, там какая-то нычка с вкусняшками, да? Ух, как красиво. Что-то мне это напоминает. Вот. Что-то мне это очень сильно напоминает. Давайте послушаем Сейна. Элемент ветров находится перед нами, в самом сердце этого места. Нет, только не умирай, друг. Эти руины, все, что осталось от Гуман, напоминание об их судьбе. Как и ты, Гума, потерял тех, кого любил. Он последний из своего рода. Ори, мы вернем свет во имя Нибеля и в память о Гумон. Восстановим же элемент ветров. Конечно, восстановим, братюнь, восстановим. Блин, какая красота. Главное, чтобы вот тот Гума выжил. Вдохновленный их словами, он решил действовать. Что ты делаешь? Что ты делаешь, друг? Зачем? Что ж ты сделал, друг? Что ж ты наделал, блин? Зачем ты это сделал? Эх, друг, друг. Мне жалко его очень. Реально, блин. Реально жалко. Ну то, что он сотворил, блин. Ну ладно, объяснить, понять можно. Блин, такая жесть творится. Такая жесть. Ёшкин корень, а. Видите, какая тут жесть вообще творится? Ай! Ну нафига я это делаю? Зачем я это сейчас сделал? Я не понимаю. Что-то я сотворил не то немножко, не? Мне кажется. Давай, пари. Да не надо вниз-то так падать. Риана.
что там пролететь? Я не очень понимаю пока что. Между двумя вот этими обломками, которые падают. Не очень понимаю, как пролететь. Тут-то я понял механику. Блин. Блин. Ага, понял. К самой правой части стены, короче, прижимаемся. Там можно будет пролететь, если я правильно увидел. Что делаешь? Зачем ты вниз нажимаешь? Глупыш. Это будет очень долго и мучительно в моем исполнении. В этом уверен. Блин, просто завалило. Просто тупо завалило из-за того, что я какую-то хрень сотворил. Абсолютно ненужная причем. Блин, какая красота, а. Да. Ой, ёшкин корень! Ну, не знаю, куда они будут падать, я просто не успел среагировать, к сожалению. Хотя, мне казалось, что в другую сторону надо будет не вправо в угол прижиматься, а там, а влево или посередине. Ну, второй раз тоже вправо в угол надо было прижиматься. Учтем. Учтем-с. И чё? Это открылся путь? Да, смотрите. Офигеть, всё сыпется, всё падает, всё рушится. О, братюня, учудил, а? Во, учудил, братюня. Не-не-не-не, слева, блин. Петя, почему ты... Ну, показалось, что опять вправо надо будет, а там влево надо будет уклоняться. Ну, просто запомнить, да и все. Раз, если реакции не хватило сразу уклониться, надо просто запомнить. Не так сложно. Как кажется. Так, ой, аккуратно. Аккуратно, так, тут будет что-то, да. Тут будет что-то. Не-не-не-не. Давай. Так, сейчас будет влево, надо будет уклониться, а то вот тут. Да. Не-не, прыгай. Ёшкин корень! Неужто мы выбрались? Гнездо кура. Гнездо кура? Да ладно, мы что, в тип...
где птицы эта злобная оказались. Птенец? Яйцо? То есть, может быть, птица на самом деле не такая злобная, она просто защищает детенышей? Вау. Ведь реально может быть так. Смотри, она червячков вносит. Заботится. Может быть, они что-то сделали так, чтобы гнездо разрушилось, то есть лес или вот эти соплеменники Ории, поэтому птица как бы разозлилась на них. Какая красота. Но птенцам явно некрасиво. Они из-за света умирают? Или из-за чего они умерли? Из-за энергии или из-за света? Поэтому птица и стала злой, не знаю, мстительной. Ёшкин кот, а? Как классная игра, и сюжет отличный. Ори узнал, как они погибли от нашего света. Все это время она просто защищала свое последнее дитя. Давай жить дружно, я не собираюсь убивать твоего птенца. Офигеть. Угу. Угу. О, как. Окей. А даже так. Угу. Это стелс. Офигеть, это просто стелс. Ну что ж, давайте мы застелсим уже в следующей серии. Пока всем огромное спасибо, кто смотрел, и всем пока-пока.